Мастера стрит-арта помогут украсить Химки к юбилею Победы. Граффити на патриотическую тему появится на фасадах городских зданий. Пока представители администрации, спорткомитета и общественной палаты только выбирают художников и места для их творчества. Так, в предцентре арены Химки молодые люди показали комиссии свои презентации и эскизы того, что планируют изобразить. Каждый мастер подошел к задаче ответственно и с креативом. Вне зависимости от того, победит или не победит, мы хотим попробовать данное направление работы, попробовать у нас разместить в парке Толстого. И в каждой работе есть новаторские идеи, которые можно применять не только на конкурсной основе, да, но вот и можно применять непосредственно, вот, чтобы это осталось у нас в городском округе. Химкинские художники должны завершить работы до 27 апреля. После этого областная комиссия начнет отбирать лучшее граффити. Они примут участие в конкурсе, который проводит правительство Подмосковья.